Всем привет! Сегодня я хочу вас познакомить с моей новой малышкой. Вот такая очаровательная астроманта появилась у меня буквально вчера. Да, на улице мороз. Я волновалась, переживала, чтобы она не замерзла, как предыдущая. Да, предыдущая малышка вместе с астромантятами все-таки перемерзла и погибла. Поэтому я не смогла успокоиться, пока не нашла еще одну. Очень люблю астроманты. Раньше боялась их заводить, потому как читала, что они такие капризные, ну, сложные в уходе. А астроманта у меня оказалась самой стойкой по сравнению со всеми марантами и калатеями. И прожила, ну, наверное, лет 15. А теперь вот такая новая красавица. Вот такие у нас корешки. Повторюсь, что она появилась у меня буквально вчера. Сразу ее пересаживать не буду. Посмотрю какое-то время, как она себя будет чувствовать. В общем, она побудет на карантине. Надеюсь, что все нормально, и тем не менее. Ой. Это бывает, когда появляется то, чего очень сильно хочешь. Конечно же, радость. Переживала сильно, потому как на улице мороз. И она ко мне пришла вот в такой упаковке. Вот. Вы видите, что она там была. И с этой стороны я отрезала вот такую полосочку. Остальные не стала. Пусть будет, мало ли, может еще пригодится такой утеплитель. Нашла ее через интернет. Здесь же на месте договорились с девушкой, что, ну, как сначала я хотела как-то забронировать и все-таки подождать, пока хоть немного теплее станет. Но оказалось, что девушка, у которой она была, живет относительно недалеко. И мы договорились встретиться. Она только вышла из машины, передала мне эту малышку. Я встретила ее с огромным пакетом, в котором находилась зимняя куртка. Тут же спрятала ее в куртку и принесла домой. Все, хвастаться заканчиваю. Буду наблюдать, как у нее дела. Вроде бы ничего подозрительного не заметила. И если все будет хорошо, скоро пересажу. На этом на сегодня я с вами прощаюсь. Желаю всем прекрасного настроения. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!